нашем сознании эта песня неотделима от начала войны. Но совершенно особое чувство она вызывает у тех, кто шел с ней вперед и отбивал яростные атаки врага под Можайском, Малоярославцем, Тулой. Они собрались на площади перед белорусским вокзалом, ветераны, их дети, внуки, на своеобразный юбилей этой песни, которая помогла выдержать, выстоять, победить. Незабываемое время подвигов и славы. Отсюда в 41-м было совсем недалеко до передовой, до Волоколамского шоссе, до Химок. Но в 45-м на эту площадь они вернутся победителями из поверженного Берлина. А пока вся страна и передовая...